Улица Остоженко. Золотая миля Москвы. Близость к Кремлю сыграла с ней дурную шутку. В 90-е годы прошлого века новориши при полном попустительстве властей сносили, перестраивали и надстраивали уникальные здания и возводили бетонные новоделы. В результате некогда очаровательная Старомосковская улица превратилась в среднестатистическую европейскую поделку. А теперь один из сохранившихся островков подлинной Москвы, владение 4-6 на Остоженке, по проекту, одобренному Арксоветом в конце 2016 года, должен превратиться в многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой. Исторические здания уже обнесли железными фермами. Владение 4 за красными палатами известно с начала 18 века как принадлежавшее Петровскому стольнику Андрею Леонтьевичу Римскому-Корсакову, которого мы знаем как строителя надвратной церкви ближайшего Зачатьевского монастыря на Остоженке. Кстати, поверхность холма между красными и белыми палатами – это участок владения римских Корсаковых, а вовсе не владельцев красных палат. Двор красных палат – это двор, на котором мы стоим. Мы достоверно знаем, что в доме 19 века жил музыковед Кашкин, у него собирались крупнейшие деятели русской музыки того времени, совершенно определенно Чайковский. Это было в конце 60-х годов 19 века. Дом уникален, но недоисследован. Вспоминается история соседних красных палат. В 1972 году к приезду президента Никсона Москву чистили. И этот дом на стрелке Остоженки и Пречистенки в авральном порядке должны были снести. Жители выносили скарб, тяжелая техника уже стояла под парами, а архитекторы института Моспроект лихорадочно снимали краску, штукатурку, делали зондажи, искали. И, о чудо, нашли. Палаты 17 века. Но тогда ценой неимоверных усилий сохранить удалось лишь два здания из трех. Исследование этого дома не завершено, когда ему уже трехкратно отказано в охране. В доработанном проекте, который архитектурный совет смотрел осенью 2016 года, мы уже увидели при внешней аутентичности фасадов запись в текстовой части проекта в воссоздании. На уточняющие вопросы последовал ответ заказчика. Да, они имеют в виду возможность сноса и повторного строительства здания. Архнадзор с этим категорически не согласен. Вот что думает по этому поводу краевед и архитектор-реставратор Александр Можаев. Дом явно очень сильно перестроен. Чтобы его понять, надо полностью снимать штукатурку и искать. Но важно иметь в виду, что если там и не нашлось никакой древности, это ничего не меняет. Наверняка ампир, наверняка Чайковский. Еще надо помнить, даже в отсутствии охранного статуса дом защищен градостроительным регламентом охранной зоны красных и белых палат. То есть его нельзя сносить, а можно только реставрировать. Следом стоит дом 6, дом Сурикова, который подвергся пожару довольно много лет назад. Здесь есть угроза полного сноса или сноса до переднего фасада. И что очень важно, надстройки, то есть решительного изменения габаритов под высоту следующего дома, доходного дома номер 8 по Остоженке. Дом 6 – это адрес Василия Ивановича Сурикова времен работы в храме Христа Спасителя. Застройщик этого участка – компания «Стройтекс». Между прочим, возглавляет ее меценат Владимир Семенихин, владелец галереи «Екатерина», известный коллекционер, любитель искусства. С домом номер 6 еще проще. Он горел и, как утверждается, находится в руинированном состоянии. Поэтому было решено снести трехэтажное здание и построить шестиэтажное. И еще дома 4-6 сносят, чтобы удешевить работы по строительству трехуровневой подземной парковки. А для этого придется разрыть холм между красными и белыми палатами и подпорной стеной. То есть ландшафт усадьбы будет искажен. Итог печальный. За фасадом красных палат, жемчужины архитектуры, появится очередной новодел. Что бы предложили здесь мы? Во-первых, твердое соблюдение градостроительного регламента по дому 4, то есть его полное физическое сохранение. Во-вторых, максимальное физическое сохранение дома 6.
Thank you.